Смотрите, какая у нас погодка. Уже тает. Плюс 7 сегодня. Завтра, послезавтра 11-12 градусов. Поэтому наше утро вот так вот начинается. Едем сегодня в город по делам, туда-сюда. Ну и в процессе дальнейший видеоролик я вам расскажу, как законсервировать правильно мотоцикл, подготовить к следующему сезону. То, вот мы и приехали в город. Сейчас снимем денежку и идем сдавать анализ. Ну вот и все, я сдался. Так что сейчас поделаем делишки и идем. Надо было перетусить, конечно. Ну вот и все, ребятки, я уже приехал домой. Сейчас буквально одно мгновение для вас. Я буду в гараже, все покажу, расскажу. Мои песики тут уже встречают. Так, друзья, мгновение. Заходим. Вот наш мопед. Что хочу сказать, первым делом, когда вы будете консервировать, вам нужно залить полный бак топлива, чтобы он не ржавел. Ну и ни в коем случае, по тому, как будет открываться сезон, этот бензин не использовать, сливаем, потому что там будут осадки, жижа, все, чтобы вам потом не пришлось разбирать карбюратор, чистить синхроник, этим заниматься. Заливаете чистенький и поехали. Следующее, нужно помыть, смазать цепь обязательно, чтобы... Также, мало ли, там будет влага в гараже, не ржавел и так далее. Ну и воздухан закрыть, конечно же, просто какими-то тряпочками, чтобы там куча насекомых, всякой грязи не летела, проще было. Точно так же, смотрите сами, можете, когда снимаете бак, вам нужно будет добраться до воздушного фильтра. Вы можете его либо сразу почистить, либо по открытию сезона уже все там вытрушиваете бензинчиком, смываете его. Ставите обратно, и, ну и немножко можно даже маслом смазать, так даже будет лучше. Все, это в принципе все то, что вам необходимо для того, чтобы это дело у нас было подготовлено на зиму и уже к весне все эти процедуры проделать. Больше ничего мудрить не нужно, храните в тепле, так даже будет лучше, чтобы сохранялись все там резиночки, шлангочки, ничего не трескалось. Друзья, вот в принципе вся суть была видео, я вам все показал, рассказал, ничего сложного нет. День еще не заканчивается, только начался. Сейчас мне там написал подписчик или подписчица. Будем записывать видео 24 часа с подписчиком. Но это уже будет совершенно другой видеоролик. Поэтому подпишитесь на канал. Обязательно, чтобы не пропускать новые видео. Дальше больше. Скоро увидимся.